Сегодня у нас 21 мая 2021 год, пятница. На улице сейчас 17 градусов тепла, ветер дует. Было пасмурно и даже какая-то изморозь была. Сегодня такая погода вот непонятная, неустойчивая. Вот тюльпан Белисия, так называемый, посаженный в том году. В сентябре, но он должен был быть белый и с малиновым краешком по краю лепестков, а выросло вот, даже не знаю, что это выросло, какой-то другой сорт, видимо, пересортица была. Куплен он был в подворье фирмы, довольно-таки известная в Москве находится. Ну, вот каким-то образом попал в пересорт. И листья довольно широкие здесь. У него вот лист. Сажала я его по всем правилам. То есть там песок, там удобрения. Добавлена костная мука, кровяная мука. Роговая стружка. Немножко золы. Сапропель, вот это все в комплексе удобрения. Вот попадается среди большой луковицы еще мелкая деточка, тоже она цветет. Что за сорт, не знаю. Кто знает, может, подскажете. Всем пока-пока.